Несмотря на пандемию и режим самоизоляции, алтайским аграриям все же удалось приступить к ранним весенним полевым работам. Все предприятия агропромышленного комплекса края работают в нормальном режиме. Сообщается, что нет никаких проблем с поставкой продукции. В целом готовность к проведению комплекса весенне-полевых работ в регионе высокая. Ряд территорий у нас уже стартовал. Если говорить о планах на посевную, то посевная площадь в Алтайском крае составит у нас, как мы уже всегда говорили, не менее 5 200 000 гектар. Это на 20 тысяч выше, чем уровень прошлого года. В целом структура посевных будет аналогична прошлому году. Зерновые планируется посеять на площади 3 259 000 гектаров. По сравнению с уровнем 2019 года прирост составит 90 тысяч гектаров. Масличными планируется занять не менее 1 миллиона гектаров. И, наверное, всем будет интересно узнать, будут ли в этом году увеличены посевы гречихи в связи с огромным спросом на эту культуру. Так вот, в регионе планируется посеять гречиху на площади 473 тысячи гектаров. Это на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Добавлю, что Алтайский край обеспечивает 50-60% всего производства гречихи в стране. Ирина Корчагина, «День с толком» из дома.